Перед тем, как мы начнем обзор Лего солдат стран, которые участвовали во Второй мировой войне, обязательно подпишитесь на канал, а также поставьте лайк под этим видео. И первая минифигурка – это боец фашистской Германии. Вооружен он винтовкой Маузер 98К, а также носит форму образца 1941 года. И вторая минифигурка – это солдат Японской империи. В руках у него карабин Type 44. Следующая минифигурка – это боец Италии, воевавший на стороне фашистской Германии. Вооружен он пулеметом МГ-42. И это боец одной из оккупированных фашистами стран, воюющий на их стороне. А следующая минифигурка – это солдат Великобритании, воюющий в Тунисе и Алжире. Вооружен он карабином М1 «Гарант». А это старший сержант армии США, воевавший в Нормандии в 1944 по 1945 год. Вооружен он автоматом Томпсон СМГ. He was just a rocket roper, and he surely shook with pride. He checked all his equipment and made sure his pack was tied. He had to sit and listen to those awful engines. А по этой минифигурке можно с первого взгляда сказать, что это боец СССР. Вооружен он винтовкой Мосин М38, а также на нем форма образца 1943 по 1945 года. А следующая минифигурка – это боец Польши в 1939 году. Вооружен он пулеметом Бруно Инфайлд. И последняя минифигурка на сегодня – это офицер французской армии. В руках у него пистолет «Люгер» образца 1939 года, а также в руках у него сабля. Всем огромное, гигантское спасибо за просмотр. Сообщаю, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, если видео вам понравилось. И вы хотите увидеть еще подобные видео. Пишите в комментах. Всем удачи, всем пока!